среднем в год мы проводим порядка 12-14 таких бирж. Самое простое, чтобы узнать информацию об их проведении, это нужно зайти просто на нашу страничку crpp.ru. На главной страничке вы увидите стать участником информационной рассылки. Там буквально небольшая форма, несколько полей нужно заполнить, подписаться на наши рассылки по определенным направлениям, поставив галочки, после чего вы будете получать полную информацию об этих мероприятиях. На биржу, конечно же, нужно предварительно зарегистрироваться. И мы, с одной стороны, у нас два формата таких бирж. С одной стороны, это один из тех, где мы сейчас с вами представлены. Это в рамках крупного форума. Обычно для нас такими форумами являются форум малого бизнеса, Петербургская техническая ярмарка, Российский промышленник. Это такие форумы-солянки, на которых мы собираем несколько представителей заказчиков, обычно от 2 до 12 наш рекорд, и осуществляем переговорный процесс. Он может быть разделен на две части. Это презентационная часть, где люди представляют и рассказывают о себе, по результатам чего они потенциально завязывают контакты не только с заказчиком, ради которого они себя представляют, но и друг с другом. Вот сегодня, например, как раз был такой случай, был свидетелем как раз переговоров и обменом мнениями между двумя поставщиками, чтобы один из них стал заказчиком для другого. Ну и дальше это происходят переговоры в виде круглых столов, бирж деловых контактов. Либо другой формат, когда мы работаем с конкретным одним предприятием, они нам дают четкое направление, в котором они заинтересованы. И дальше либо осуществляется выезд к ним на площадку, где они живьем, проводя по цеху, показывают, вот мы производим такие муфты, вот нам такие нужны. Можете, не можете, нам для этого нужно то-то, то-то. Вот можете потрогать, замерить, воочию все увидеть. Либо у себя на территории формат примерно такой же, но индивидуально под нужды конкретного заказчика.